Друзья, всем привет! Всем привет! Вот и наступил Новый год, и мы тут нашли небольшую ДТП. Ну, это так называемое. Сейчас мы вам все покажем. Да, говорят, там вот пока идем, провалилось. Как видите, мы идем по морю. Да, по морю вон куча рыбаков. Здесь очень много машин. Кто поумнее стоит на берегу, кто нет, стоит на море. Короче говоря, что-то нету ничего, но все равно. Скоро ожидаем владивостокские топляки. В соленой воде провалилось более 40 автомобилей. Как сказали, работает там МЧС. Мы издалека видим, что-то там они уже режут, вырезают. Куча эвакуаторов. От города это находится... Находимся мы на острове Русский. От города где-то сколько? 40? Вот 29 только здесь ехали и по Русскому. Да, где-то километров 40 от города. Да, километров 40. В общем, у эвакуаторщиков сегодня очень много работы. Я так думаю, некоторые еще даже не знают то, что, смотрите, вот машины вот здесь, да, видно вам, не видно, издалека провалились. Основная масса рыбаков вон там за мысом, и вон они сидят. Многие еще, скорее всего, просто не знают то, что машины ихние провалились. Ладно, идем поближе, посмотрим. Так, вон стоит машина МЧС, наверху надувной какой-то катамаран. И получается, машины сначала провалились по чуть-чуть, то есть не то, что по чуть-чуть, не полностью ушли, а вот вырезают лед, и уже получается подо льдом машины ушли с крышей. И вот все машины, прям целая грядка стоит. Ну, пойдем, тут, походим, посмотрим. Да, тут достаточно глубоко машины вон привязали, чтобы она не ушла дальше. Доски подкладывают. Постепенно они погружаются в воду уже с крышей. Ну, ребят, жесть, смотрите, грузак провалился наполовину. Вот это вообще не понятно. Вот это сурф торчит, один багажник. 120-й прадик. А, да, это 120-й прадик. А вот здесь, получается, по крышу, я даже не знаю, что это такое, вот видно просто один багажник. Фрид, Сурф, Тида, Филдер, ну, Харриер, да. Смотрите, X-Trail, ой, я даже вот, если честно, не видел, смотрите, вот возле X-Trail, что-то вот какой-то седан, но он реально ушел под воду, виднеется просто один багажник и все. Привязали фита, чтобы фит не ушел под воду до конца. Териус, смотрите, вот реально только заднее стекло торчит от Териуса. Все. Вот это вот даже не знаю, что за автомобиль такой. Пробокс ушел под воду, стекла открыты, а вода в салоне. Ну, ребят, это жесть вообще. Конечно, топляк в соленой воде. Это просто нечто. Так, вон сейчас эвакуатором будут вытаскивать автомобиль. Сейчас попытаемся посмотреть, как это будет выглядеть. Это у нас называется борьба за рыбу. За корюшку. И за навагу подледного года. Каждый год тонут, все равно. И самое главное, посмотрите, какой толщины лед. Лед как бы... Ну, скорее всего, да, они стояли просто вот в ряд, да, и как-то под нагрузочкой. Он сейчас стоял, человек разговаривал по эвакуаторам, начинается от 40 тысяч, чтобы выйти из машины. Ну, бизнес, везде хотят заработать денег. Интересно, палки зачем они понабивали? Может, там машины просто не видно, потому что я говорю, вот где-то вот, по-моему, возле фита, машина лежит, ее прям не видно. Где машины, и набили палки. Вон вытащили. Что вытащили? Вон, X-Trail, МЧС вытащил.
Сейчас будут воду открывать. Да, режет лед, чтобы был доступ. А он получается водолазы. Водолазы будет там как-то нырять, и, соответственно, цеплять машину. Так, вот сейчас, наверное, будут тянуть Outlander крузаком. Сейчас посмотрим. Ладно, сейчас посмотрим, вам расскажем. Что расскажем? Покажем. Вот вид уже как бы с другой стороны трещины. Зацепили Outlander. Сейчас подтянут. Стянут лебедкой, грузаком, да, но грузак он, его зацепили за газель. Поехали. Ну, соответственно, будут подкладывать палки. Как нам сказали, да? Цепная реакция пошла с той стороны, вроде как кто-то где-то что-то пробурил, и они как вот все так тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык по одной сразу махом провалились. Тяжело. Да, пытаются поднять. Мы тут сюда подогнали знакомого, встретили человека сейчас, говорит, с Москвы подогнали. Не то, что с Москвы, тут Москва все распорядилась, у нас на всех все службы попригоняли. Телевидение вон где-то, вот все смотрите еще и по телевидению. Ну, у нас, так сказать, с первых. Быстрее, чем на телевидении. Нет, насчитали 35 машин. Вот они приехали сюда, было 35 машин. А более на их ногами это чувствую. Где? Нет, вот я шел, видел пару машин, но нереально, прям по крыше, то есть кончик автомобиля. Ну то мы сейчас туда пройдем, еще посмотрим. Честно, я первый раз сам вижу, как машину вытаскивают. Что Outlander вот не поддается как-то. Каждый раз это все смотришь, где-то по YouTube, по Instagram, вот как по-настоящему сам вижу впервые. Пишите пока в комментариях, как вы к этому относитесь. То есть выезжаете вы на лед, не выезжаете, когда ездите на рыбалку. А из-за чего все это получилось? Покажи вам. Я сказал уже. Что человек туда пробурил и пошла прям цепная реакция. Вся линия машины улетела. Так, ну он пока отцепился, прервемся с этого момента. Друзья, ну и смотрите, вот перед нами, да, два автомобиля. Я вижу то, что они люкатые. Больше, если честно, ничего не вижу.
прям вообще с крыши вышли. Ну это чисто конкретные топляки, прям, ну это просто жесть. И вон покажи Subaru B4, получается, если он мордой вниз стоит, то есть один стопарь торчит, стоп-сигнал. Это значит, вот эта глубина вот такая. Да, здесь реально глубоко. Ну не знаю, видно вам, не видно крыши автомобилей. А вон еще одна, смотри, это что? Я же говорю, там две машины. Заметь, какая чистая вода, прозрачная. Кстати, у нас русский остров, да, он был, как это сказать, это была закрытая территория, там была военная территория. Сейчас непонятно, отдали ее, не отдали ее в пользование. Вот, построили, моста сюда не было. Строили этот мост так же, как и Золотой, через бухту Золотой Рог. К саммиту, да, в каком году у нас саммит был? В 2012 году. Вот, добраться можно было сюда только на пароме. Но сейчас, соответственно, построили мосты, и люди сюда ездят, отдыхают. Но, если честно, подуделали немножко остров. То есть приезжают, отдыхают, мусор за собой не вывозят. Ну, естественно, там бизнесмены, да, можно так их называть. Пляжи сделали все платные, веревочники у нас их называют летом. Как бы это незаконно, они штрафуются. Ну, их сегодня оштрафовали, завтра он опять свою веревку натягивает. Вот, с людей взимает деньги. Слушай, это деревяшки, я понимаю, что машины туда не приезжали. Вот это нужно туда дальше. Ну, может быть. У нас же как люди, то есть едут туда, куда запрещено. Ну, смотрите, вот примерно толщина льда, да, сантиметров, наверное. Мне вот все вот интересно, что вот это все-таки за автомобиль там будет, который утонул. Люди дорожку бурят вот прям. Я не знаю, чтобы утягивать было, наверное, что ли, проще. К автомобилю подход. Получается, вот у меня вторая. Вон там есть что-нибудь? Не, вон там, по-моему, нету сяду. Здесь экстрейлы пытаются вытянуть. Сколько телевидения, вот с камерой. Да, телевидение реально понаехало. Бравчика жалко. Ребят, хорек, гибрид, ну конечно это жесть. Кстати, помимо того, что это топляк, да, еще в любом случае машина коцается об лед. То есть, что это получается, бита крашена топляк. Хорек гибридный. Колеса крутятся, они же на блокировке все стоят. Они, наверное, сняли автомат? Да, сняли, скорее всего, автомат. Хотя не знаю, как. Может, и не сняли. Вон еще один смельчак заехал. Да, делать нечего. Смотрите с машины.
Вот, допустим, хорька вот этого тоже вытащил, да, бампера ему обламывало. Не знаю, видно, не видно, но реально течет вода стекает. Вот заведет и поедет. Конечно, гибрид, что. Даже японская машина. Жесть, ну в камеру не видно, но я вижу то, что в салоне там реально рыбки плавают. Давайте попробуем. Олег, ты забирай. Давайте попробуем. Да, блядь, стоять. Давай, сейчас сюда стрелом будет интересно, то есть его потихо потянули, а у него морду начинает затягивать под лед. Сейчас посмотрим за развитие ситуации. Ну, здесь реально все по-серьезному, здесь прям работают водолазы с баллонами. А сейчас что будет вытаскивать? Паджеро вот это? Скорее всего, да. То есть троса приготовили, сейчас будут цеплять его. Водолаз обязательно страхуется. В обязательном порядке. Клево, наверное, покупаться зимой. Там что-то сейчас веревку, а потом. Давай,
Не, это он страхует водолаза. Наверное. Цеплять, не знаю. Я сейчас веревку должен зацепить, не знаю. Как он? Поднять они его не смогут, потому что он реально тяжелый. Они специальным инструментом его просто проталкивают под воду, под глыбы льда. То есть притапливают. Раз. Ну, видите, ребята работают, у них все уже отработано. Угу. Смотри, как вкусно. Здрасте. Здрасте. А вы с какого? Телеканал «Звезда». Телеканал «Звезда», вот. Встретили, значит, два видео. Медиа-человека. Пришли посмотреть на вот то, что происходит здесь. Просто ужасно. Сейчас съемочку ведете. Ну и вот, смотрите, специальное приспособление вытягивает. Ну это, кстати, это, по-моему, частники. Огромный аккумулятор, лебедка. Сейчас поджера будет тянуть. Напоминаю, находимся на острове Русский, бухта Воевода. Вот водолаз, видите, залазит сейчас под Жерика. Будет включать, переключать. Он пытается включить его на нейтралку, чтобы включились колеса, когда будет вытаскивать автомобиль. Сейчас у него этого не получится сделать. Ну, естественно, когда машину подтянут поближе, тогда залезет. Жалко, да, конечно, автомобиля. Ну, как бы... Такие, особо дорогих нету, да, из дорогих, наверное, вот был только хорек, который стоит по 2 миллиона, гибридный, он 2,5, вон его вытащим, сейчас он сушится. Так, там сотки, свифы. Дорогие, недорогие. Конечно, разницы нету, дорогая у тебя машина, недорогая, все равно это неприятная история, вот, но в этой ситуации виноваты только сами владельцы своих автомобилей, потому что у нас везде, у нас кругом предупреждение, не выходите, не заезжайте на лед, ну, Русский человек. Что тут поделать? Вот Делика ушла. Я заеду руль еще раз. Понемногу тянут. Да, просто сам глянь, как сколько. Ну мы продели через это, нет? Рона, давай. Все, рули разблокировали, поставили ровно. Что там? Он еще одну вытягивает, получается, вон трос, видишь? Зацепили трос, и сейчас он будет разворачивать. Да, я вижу. Шноркель обмотали, чтобы вода не залилась в двигатель, да? Как бы, не знаю, поможет. Вон там мы были, нет, вот где вот за Деликом. Мы были, мы там шли. Вот там. Да, вон эксперт, багажник какой-то, что там за автомобиль, интересно, по поводу. Что большое. Вот это что такое, не вижу. Где, вот это? Это же Делик. Филдер пытается вытянуть.
Нет, видимо, там не переключили еще автомат. То есть полез за вас переключать. Так, ну вот смотрите, а поставили упоры. Упоры это поставили. Обычный трос. Это же Иван. Он не прыгает. Он не спадает. Друзья, и смотрите, вот начало видео было, да, как мы шли оттуда. Фрид мы вам показывали, можете перемотать, посмотреть. Он весь ушел под воду, вот видна только крыша Фрида. Все, полностью погрузился. Филдер пошел. Не покоцать автомобиль. Эвакуаторы подъезжают один за другим. Подрулите колеса! Филдер тоже хорошо его притопило. Вода начинает стекать с салона, смотрите. Бац. Офигеть там воды. Вот под Джерика тянули, не получилось вытащить. Уже подтянули его к берегу, сейчас будут поднимать его эвакуатором. Ну, поехали. Я вам скажу, на один автомобиль уходит довольно-таки много времени. Очень много. Штук, наверное, 15 уже вытащили автомобилей. Джерик, вот этот
уже наблюдаем, уже час, наверное, 15, час 20 ушло времени. Паджеро, левый руль. С бампером возьми, нет, остановили. Мне чтобы колеса не перевернулись. Ну, давай. Пройдет. О, пошел. Откройте сейчас. Сливают воду, потому что автомобили тяжелые. Раз. Зацепили за морду, сейчас морду буду поднимать, подкладывать, наверное, доски. На лед будет. А, разворачивать его, да, будет? Да, правильно, надо уходить оттуда. Не дай бог что. Все, можно стрелку поворачивать. Давай, поворачивай стрелку. Казалось бы, да, что там машина утонула, взял стрелу, подцепил, трос подцепил, вытянул. Ничего подобного. Еще раз повторяюсь, уже несколько раз говорил, очень много времени уходит на автомобиле, на спасательную операцию. Давай. А он там вот ломатусь упадет. Рома, держи вот тут вот. Давай его, вот, чуть-чуть еще можно. Ай, морду, чуть-чуть. Надо. Еще, давай. Давай. Еще чуть-чуть. Стоп. Все, опускай. Давай жопу цепляй. Вот ребята растаскивают глыбы, поверьте, они реально очень тяжелые. То есть 3-4 человека тащат одну вот эту глыбу. Так, ну вот вид с другой стороны. Вот это так и не понять, что это там. То ли Прада, то ли Делика. А вот он, Фрид.
как жесть. Ух, я аж испугался, если честно. Смотрите, вот наступил. Видите, лед шатается. Ну что, живы все? Все нормально? Машины просто так, да, получается? Стояли? Да, просто так. Вон там что-то Каринку потащили, по-моему. И старенькую, да. Смотри, косы из бочину все. Машина все равно жалко. Приносить потемки. Может больше поменьше. Вот, вкоцали. Всю бочину вкоцали на Карине. Ну, куда деваться, без этого никак, в этой ситуации. Я вот все не могу понять, вот так, осторожно надо как-нибудь туда. Вот два автомобиля, вижу, они люкатые, похожи на какие-то, скорее всего, автобусы. С трейла потянули. Доски подкладываем. Не знаю, куда они там подложили. Подложили. Далеко идти на ту сторону. Не идет. Вот водолаз пытается Фрида подцепить снизу за что-нибудь. Так, ну вот лебедка пошла, лебедка пошла. Автомобиль начинает разворачивать. Так, что-то нас тоже тут подшатывает потихоньку. Сушат автомобили. Да, как бы есть фотки небольшие по кузову. Продоз вот этот тоже очень долго вытягивали.
вытянули. Эвакуатор бы еще не перевернули. Ребята, ну Фрида подтащили, что вот не успели мы подойти к нему. Вот он выходит. Лучше, по-моему, его гоняет тяжелую технику. Так, друзья, ну на сегодня все. Всем пока. Всем пока. Не повторяйте чужих ошибок.